Белорусы могут войти в международную группу наблюдателей от ОБСЕ на предстоящих выборах в парламент. Бюро по демократическим институтам и правам человека сейчас набирает персонал. Вакансии открыты на сайте. По правилам занять их могут граждане из 57 стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе и белорусы. Всего бюро намерено пригласить 400 краткосрочных и 40 долгосрочных наблюдателей. Они займутся мониторингом регистрации кандидатов, агитацией, освещением выборов в прессе. Сейчас избирательная кампания набирает обороты, потенциальные кандидаты стараются заручиться поддержкой граждан, инициативные группы проводят пикеты. Подходят, интересуются, чем занимается, каков ее вклад в развитие нашей страны. Многие приходят без паспортов, поэтому, к сожалению, пообщаемся и уходят. Но сегодня подписи собираем, и я считаю, что процесс идет довольно-таки активно.